Совсем скоро новый детский сад на 300 мест на улице Юности в жилом комплексе Люберецкий примет воспитанников. Строительство объекта уже завершено. В ближайшее время ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию. В детском саду 12 просторных групп, музыкальные и спортивные залы, пищевой и медицинские блоки, кабинеты логопеда и психолога. Объект дошкольного образования соответствует всем современным требованиям. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в этом году. Процент готовности 100%. В данный момент идет итоговая проверка. Мы планируем получить разрешение на ввод в октябре месяце и открыть садик к концу октября.